мороженое. Если вам честно признаться, я никогда не пробовала мороженое Сникерс. Может быть, потому что я в принципе равнодушна была до недавнего времени к мороженому. Но мне полюбилась Экзо. Первый раз тоже его недавно попробовала. Реально напоминает Сникерс. Неплохо. Маленькая-маленькая. А сколько же здесь калорий, друзья мои? Вкусная. Холодные зубы сводит. Браслет починила. Как-то мне просили показать его поближе. Вот поближе. Муж дарил, где покупал, не знаю. Краску купила. Сейчас открою, посмотрю, что это. Коричневая. Стандартный набор. Краска. Миска. Окислитель. Лопатку. А если ресницы будешь красить? Я так не крашу, я намазываю, хожу. Попробуем. Может, сегодня покрашу, не знаю. Ой, да пойдемте, да сейчас и накрасим. Их надо сначала как она называется-то, проскрабировать. Сейчас и сделаем, покажу, покрашу. Что у нас в инструкции написано, сколько ходить с ней. Извините. Давайте вернемся к исходнику. Здесь есть инструкцион. Гармоничный баланс будет достигнут, если покрасить ресницы темнее, чем брови. Например, ресницы черные, брови коричневые. Понятно. Сколько держать? Выдавите 1 грамм красителя для бровей, ресниц в миску. Смешайте его с 0,4 граммами, 10 капель активирующего лосьона, рисунок 2. 1 грамм. Как мы узнаем, взвешивать что ли? Нанесите краситель с помощью аппликатора сначала на ресницы, затем на брови. Во время процесса до 10 минут, в зависимости от желаемой глубины. 10 минут? Интересно. Тщательно смойте краситель теплой водой с помощью ватного диска. Не открывайте глаза до того, как краситель не будет удален полностью. Нанесите крем для защиты кожи и гора. Понятно, это уже левая. 10 минут? Значит, надо минут 20-30 походить. Я всегда так делаю. Пойдемте. Сейчас мы накрасим. Сейчас я вам покажу, как я брови крашу. В очередной раз. Меня многие спросили в прошлый раз, какой краской я красила. А зачем говорить, если она смылась у меня через 5 дней? Вот смысл говорить ту краску, чтобы потом сказали, что я плохую порекомендовала. Эту я тоже первый раз купила. Я не знаю, какая она будет на самом деле. Итак, что я делаю сначала? Сначала я делаю... скраб, пилинг, что-нибудь такое, что очистит наши брови. В моем случае это вот такой, как он называется-то? Скатка. Пардон. Скатка, корейская косметика. Она прям скатывает. Вот видите? Причем так везде.
И на лице, если будешь делать. Ну, везде она прям скатывается. Ой, ребят, давайте над раковиной, чтобы у меня тут весь пол своими комочками не закидать. И скраб нужно сделать. Скраб у меня весь закончился. Для лица я заказала корейскую косметику. Жду, когда придет. Там был скраб у меня для лица. Все закончилось. Говорят, еще надо обезжирить, но так как у меня нет бесспиртового обезжиривателя, не содержащего спирт, я буду что делать? Я буду хорошенечко мыть, мылом помою, все, адьос. Вот такой у меня скраб есть для тела, но ничего, для бровей тоже пойдет. Тело же это брови. Сейчас мы проскрабируем. Для чего это делается? Для того, чтобы краска лучше держалась на бровях. Вам может показаться это странным, но это правда. Вообще, красотка. Но она и правда держится лучше, если проскрабировать. Angry Birds. Angry Birds. Сейчас смоем. По-моему, у меня вместе с волосами проскрабировалось. Волоса тоже отпадают. Водичка холодненькая. Пришла, майку сняла, сразу ее в стирку. Белая даже не оставляю на час лежать. Как только пришла, сразу снимаю, сразу в стирку. Почему? Потому что если в ней потел, белая может потом стать желтыми пятнами. А я так не люблю. Это к тому, что у меня здесь шумит машинка. Из старого моего запаса. Вот такого Estelle я покупала. Тоже неплохая, но тоже смывается быстро, потому я как-то это не очень в восторге. Достаю вот такую палочку, мне ее удобно. Давайте, нам сказано сделать 1 грамм. Ну, на глаз, да? Будем считать, что это 1 грамм. Я думаю, что очень похоже на грамм. И нам сказали 10 капель. Окей. Сейчас все сделаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Перемешиваем тщательно. Очень тщательно перемешиваем, чтобы у нас пошла реакция. Посмотрим, как покрасит. И посмотрим, сколько продержится.